посетить семинары, переговорные площадки и мастер-классы. Педагоги Алданского района собрались, чтобы получить новые знания и поделиться собственным опытом. В Алдане стартовал 4-й Южно-Якутский образовательный форум. На интеллектуальных площадках форума побывала и моя коллега Татьяна Вахнина. Открытые уроки, мастер-классы, лекции, семинары, переговорные площадки, интеллектуальные состязания. В Алдане проходит 4-й Южно-Якутский образовательный форум. Педагоги демонстрируют личный опыт, представляют собственные достижения и рассказывают об используемых в практике методах преподавания. В аудиториях коллеги, школьные учителя, преподаватели и сотрудники Министерства образования Республики. Особенность нынешнего года, нынешнего раза в том, что впервые проводился вот первые два дня форума так называемый метатур. Это, ну, иначе говоря, чемпионат учительских команд, когда не просто вот как в конкурсе «Учитель года» один учитель выступает, здесь уже полностью команда со своим проектом. Раскрыть лучшее в своей школе – такая задача стояла перед участниками в третий день форума. Работа проходила на нескольких площадках. Педагоги выступали с докладами в школах Алдана и Томота. Каждый педагог рассказывает о своем детище именно с вдохновением, с желанием, с удовольствием. Потому что это работа не одного дня, это работа многих, так скажем, лет. Работа образовательного форума рассчитана на 4 дня. В числе его главных целей выделяются обмен опытом и распространение лучшей педагогической практики, укрепление профессиональных связей, а также работа на перспективу, развитие инновационных технологий в сфере образования. Татьяна Вахнина, Сергей Жипачев, Дмитрий Заливин, НВК Саха, Алдан.